Вязание петельки для пуговицы. Обвязываем край изделия столбиками без накида. И в том месте, где нам необходимо связать петельку для пуговицы, вяжем цепочку из воздушных петель. Провязываем такое количество воздушных петель, которая необходима для нашего размера пуговицы. Я провязала 4 воздушные петли. Потом пропускаем в основании 4 петли и в пятую провязываем столбик без накида. Проверяем, действительно ли наша пуговка влезет в это отверстие. Она должна проходить свободно. Далее вяжем столбики без накида до того места, где планируется провязать следующую петлю под пуговичку. Довязав до конца ряда, поворачиваемся. Вяжем одну воздушную петлю для подъема и продолжаем следующий ряд вязать столбиками без накида. Дойдя до цепочки из воздушных петель, где будет петелька для нашей пуговицы, начинаем обвязывать эту цепочку столбиками без накида. Вот так. И далее продолжаем до конца ряда столбики без накида. У нас получится вот такая петля. И теперь мы проверим, правильно ли мы сделали размер петли, входит ли в нее пуговица. Итак, все в порядке.